1 марта, территория заказника, ответ на, в свою очередь, ответ департамента природопользования, который утверждает, что автодор при уборке снега с улиц не ссыпал его в заказник, и в заказнике нет завалов. Тогда пусть департамент природопользования объяснит мне, что это за черные кучи снега, наваленные за забором. То есть на территории заказника свалены вот такие кучи грязного снега. Откуда в заказнике появились данные кучи, если никто их не ссыпал? Как они здесь появились? Простой вопрос. И как, интересно, проводилась проверка сотрудниками департамента, если она, конечно же, проводилась. Здесь тоже хорошо видны огромные кучи снега, уже спрессованные, грязные.